Как жили люди в те времена, когда деньги еще не изобрели? Для чего вообще нужны деньги и как правильно ими распоряжаться? Очередную встречу в рамках проекта «Библионии» посвятили финансам. В легкой игровой форме с ребятами обсудили важные вопросы финансовой грамотности, погрузили их в вопросы денежных отношений. Как оказалось, многие уже сами учатся копить и распределять финансы, но каждый из них узнал для себя сегодня что-то новое. Нужно беречь деньги, ну, например, вы купите, например, какую-нибудь ерунду, а потом ее съедите или, например, поиграете и бросите. Еще что я узнала, это что деньги – это важная вещь, потому что она улетает очень быстро, как вода. Я узнала много нового, что раньше обменивались, а не платили деньгами. Обменивались разными перьями редких птиц, рисом, много, например, муки, пшена. Деньги появились уже давно. Но не сразу. Время – деньги, деньги любят счет. О крылатых выражениях и разных интересных фактах, связанных с финансами, ребятам рассказывали на интеллектуальной станции. Про историю их возникновения на бартерной, о тонкости ведения семейного бюджета раскрывала уже третья станция – бюджетная. А тех, кто справился с вопросами сотрудников библиотеки, ждал сюрприз. По итогам прохождения всего вот маршрута для них приготовлен небольшой клад. Ну, в общем-то, у детей будет действительно возможность понимать, что если они решили сегодня правильно все те финансовые задачки, которые мы им предложим, то они получат вот такой вот небольшой подарок, как поощрение от библиотеки за участие в этом мероприятии. Встречи в рамках проекта «Библионии» проходят каждую среду в 14:00. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.